рады, очень сильно готовились к этому старту. Это первое серьезное у них выступление такое на лыжах. Поэтому мы очень рады и счастливы, что наши дети принимают участие в данном мероприятии. Я Леша, и я живу в садике «Сказки». Ну, как ты пробежал свою дистанцию? Как тебе понравилось? Да, очень мне хорошо, потому что я слишком тренируюсь. Я очень доволен. Как тебя зовут? Лиза. Лиза, как ты пробежала, Лиза? Нормально. Холодно? Холодно. Холодно. А ты устала? Нет. Ну ты как думаешь, победила, нет? Думаю, да. Что ты думаешь, полный мистерство? Я думаю, что я заняла последнее место.